Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. На днях красивая актриса была замечена на мероприятии и присоединилась к веселью со своей сестрой и друзьями. Ханде, покинувшая зал с очень счастливым выражением лица, хорошо провела время. Красавица-актриса долгое время не участвовала в развлекательных мероприятиях, потому что ее работа была очень загружена. Красавица-актриса, которая не участвует ни в каких сериалах, сейчас говорит о новом проекте. Красивая актриса сказала, что снова будет партнером своей бывшей девушки. «Честно говоря, мы были очень взволнованы этой ситуацией, потому что скучали по Ханде на экранах. Кроме того, красавице-актрисе даже не нужно сниматься, ведь она уже получает рекламные предложения от многих брендов, так что красавица-актриса может зарабатывать себе на жизнь модельным бизнесом. Мы отправили красивой актрисе много сообщений и сказали, что надеемся увидеть ее на экране, поэтому красивая актриса приняла это предложение дорамы, чтобы мы не упустили ее и пошли в более успешное место в ее карьере. Для красавицы-актрисы вот-вот начнется очень утомительный период. Съемки сериалов в Турции очень утомительны, потому что сериалы очень длинные, поэтому красавица-актриса будет очень уставшей, потому что ей предстоит и сериалы снимать, и сниматься в рекламе. Журналисты задали красавице-актрисе очень интересный вопрос. Для красавицы-актрисы вышла очень нелепая новость, оказалось, что красавица-актриса хотела, чтобы ее бывшие бойфренды и бьюти-новости были удалены с новостных сайтов. Эти обвинения очень расстроили красавицу-актрису. Так что он сказал. Как известно, у красавицы-актрисы было много бойфрендов, и с каждым из них она рассталась весьма бурно, поэтому на страницах журналов много новостей о красавице-актрисе. К тому же красавица-актриса сильно преобразилась за эти годы. Это изменение также очаровало Керима. Очевидно, красивая актриса была очень красивой в прошлом, но теперь она официально самая красивая женщина в мире, хотя она утверждает, что ее старые фотографии были удалены, красивая актриса даже не удалила эти фотографии из своих социальных сетей. Учетная запись. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.